Привет, мои хорошие! Сегодня буду делать коррекцию. Если вам интересно, присоединяйтесь. А с вами я, Миронова Виктория. Совсем недавно на моем канале было видео вот с этим дизайном. Как видите, относились ногти достаточно хорошо, так что буду сейчас снимать полностью весь материал, чтобы его заменить. Но для начала мне нужно снять камушки. Чаще всего я в своей работе использую оригинальные стразы от Swarovski. Они всегда лучше носятся и лучше блестят. Для снятия старого твердого материала использую вот такую твердосплавную фрезу. Скорость вращения насадки 35 тысяч. Когда начала снимать старый материал, увидела, что на правой руке на некоторых ногтях появились небольшие отслойки. Поэтому старый материал снимаю до тонкой подложки, а в тех местах, где у нас были отслойки, хорошо все зачищаю. Пушером отодвигаю кутикулу, чтобы раскрыть карманы. Фрезой пламя с острым носиком вычищаю весь птеригий. Сначала работаю с одной стороны, затем переключаю свой аппарат на реверс и вычищаю птеригий с другой стороны. Таким образом у меня не остается омертвевшей кожи на ногтевой пластине. Ножницами срезаю кутикулу. Пилкой слегка прохожусь по ногтевой пластине. Далее наношу вспомогательные жидкости. Изначально дегидратор, а затем бескислотный праймер. Когда праймер подсох на воздухе, наношу базовое покрытие. Когда база подсохла в лампе, выкладываю камуфлирующий материал. Это фастгель с мелким шиммером от торговой марки Original. Сегодня моя клиентка выбрала именно этот материал, потому что в сложившейся ситуации она не знает, через сколько попадет ко мне на следующую коррекцию. Поэтому, чтобы не очень сильно было видно, как срастет твердый материал, мы выбрали вот такой нюд. Когда материал заполимеризовался в лампе, я вытираю липкий слой и приступаю к опилу. Для этой цели использую фрезу «Елка». Изначально опиливаю поверхность, а затем опиливаю зону возле кутикулы и боковых валиков. Склаживаю переход от искусственного материала к натуральному ногтю. Переворачиваю ручку и тонкой керамической фрезой выпиливаю натуральный ноготь из-под смоделированного. Завершаю опил с помощью пилки. Фрезой Юла делаю торец более аккуратным и ровным. Затем маленьким алмазным шариком шлифую срез после ножниц, а также боковые валики. Далее приступаю к дизайну.
Рисунок буду выполнять на безымянных пальчиках, а также будет небольшая инкрустация стразами. Into your eyes, I see we're out of time. Did what we could, my friend, but now we're at the end. We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna. Because we wanna, yeah, we just wanna have fun. The trunk's full of wine. We're gonna stay up, have the time of our lives. The night is young, don't need anybody else. We came to party all night long, and we don't need no chaperone. We don't need nobody's attention, yeah, we just wanna dance. Вот такой маникюр у нас сегодня получился. Пишите в комментариях, как вам такой дизайн.
А с вами была я, Миронова Виктория. До встречи в новом видео. И, конечно, всем хорошего настроения!